Привет, на канале ТакфакТВ, и сегодня снимаю продолжение этого крутого сериальчика, который называется «Школьная экскурсия», точнее, уже «Школьная экскурсия My Little Pony плюс драконы». Так, ну что ж, начнем. Ну, отведите нас в дом. Да, да, конечно, хотя если хотите, я вас могу сразу же туда отвезти. Ой, сразу, ой, да, нам бы побыстрее, понимаете, у нас просто, ой, мало времени. Да, только перед началом я очень понимаю, что безобыкновенно тоскуют. У вас, наверное, в городе мало драконов. У нас их не жалуют. Поэтому, я думаю, ему понравится подружка. А она как он? Ну, нет. Она не такая, как он. Ну, очень даже похожа. Это еще одна ночная фурия. Так вы же сказали, их нет. Ну, я соврала. Оу. Покажите-ка, хвостик у него какой не целый, да? Ну, да, это я ему подбила хвост случайно. Однажды, когда он был маленьким. А, кстати, почему он так вырастает? Ну, потому что ночные фурии, так как он вот сейчас уже вырос, ты заметила, что он, ну, не превращается обратно, да? Ну, теперь он таким видно и останется. О, жалко. Ну, зато ты будешь моим большим драконом. Ну, покажи хвост. А, хорошо, а я сейчас приведу девочку. Так вот, проблема у девочки крылышки немножко поломана. Ой, жалко. Угу. А зовут ее Ночь. Ну, вообще, мы ее зовем или Ночь, или Чернушка. А, хорошо. Ладно, давайте зовите ее. Да, хвостик у него, да-да-да-да-да. Ты сама сделала? Конечно, пришлось. Ну что ж, готов ли твой дракон? Да, я знаю, без меня готов. А что это у него намотано? Да, это я ему намотала, а то он это у меня... У него там просто рана, мы когда, короче, ездили однажды к нему в ветеринар, у него там... Тут к ветеринару на выставку, он там с драконом подрался, с другим, с другого города. Ну и получилось, так скажем. Девочка, девочка, иди сюда. Давайте посмотрим на них. Посмотрите, он как влюбился. Ой. А я-то что сделала? Видно, он ей не понравился. О, нет, понравился. Давай-ка, иди к ней. Да, она красивая. И вы мне ее отдаете, да? Конечно. Ну ладно, давайте мы вам покажем путь. Садитесь и сейчас поедем. Вау, какая она красавица. Можно ее по-своему назвать? Чешуйка. Да, чешуйка. Чешуйка. Осторожно. Она может толкнуть. Ау, больно. Да, все. Ладно, давайте садитесь в машину, мой скрилл вам поможет. Он будет вам освещать путь. А, хорошо, он будет вот так вот лететь и освещать. А твой дракон может летать сам? Да, я ему сейчас сделаю, чтобы он сам летал. Все. Ладно, они будут все втроем лететь и, если что, помогут. Хорошо, давайте садитесь. До свидания. До свидания. Подписывайся на канал, ставь лайк и смотри моё видео. Ой. И всем пока, пока-пока. Напиши в комментариях, хочешь увидеть отдельное видео про жизнь моей чешуечки и моего беззобика. И видео, если вы захотите, чтобы было такое видео, напишите в комментариях.
И тогда будет сериал называться «Как приручить дракона на «Как приручить дракона 3 наоборот». И всем пока, пока-пока-пока! В конце концов, они добрались до экскурсии, вернулись счастливые и добрые. Всем пока, пока, пока!